16 октября, 10:05. У меня бывают дни, когда я снимаю по пути на работу, с работы, в перерывах. А бывают дни, когда я еду специально, и за этот день я снимаю там 2-3-4 прогулки сразу. Вот сегодняшний день специальный. Потому что я посмотрел, что на улице солнце, и решил, что нельзя упускать такой прекрасный денек. Сейчас я нахожусь рядом со Светлановской площадью. Я там буду через 3-4 минуты. И потом до метро Пионерская. Я думаю, что выйду на Невском. Это дальше уже будет видео в следующий раз, завтра. И я думаю, что доеду до Васьки сегодня. Куда-нибудь в те края. То есть будет 3-4 видео за 16 октября. Ну все, поехали. Светлановская площадь.
станция метро Пионерская. Здесь посмотрите, что настроили. Ух ты ж. Подписывайтесь на канал. Что ты еще скажешь? Хорошо прогулялись. Поеду дальше в центр. На Невский, на Ваську, скорее всего. Поэтому следующие видео будут оттуда.